вы не просто мама, вы мама двух особенных ребятишек. Они какое-то время еще проходили реабилитацию, пока вы их забрали из роддома. Мы с ними расставались на неделю всего. Я не могла уехать, но потому что как раз произошло кровоизлияние у одного из близнецов, нас перевезли в другую больницу. Второй малыш в этот момент еще был зависим от кислорода. Он был не на ИВЛ, у него была просто маска рядом с ним. Он такой тоже, да, вот эта вот история про однояйцевых близнецов. Чувствует все. Есть какая-то невидимая вот эта незримая нить. То есть как только брату провели операцию, и он там пришел в себя и все, с этого дня кислород убрали. То есть он стал держать сатурацию, он стал дышать самостоятельно.